уволился, там, или уволился, мне нужно запись. Ну, хотя бы что тут, бомба или что тут? Нет, бомбы нету, все нормально, текущая работа. Все, ничего тут. Ну, люди пришли из славянской милиции, следователь Гуменюк, по вопросу, вернее, по поводу, по факту даже сказали, по факту краж на водоканале. В чем заключались кражи конкретно? Это, значит, незаконное расходование ГСМ. Я хочу пояснить, в чем суть вопроса. Значит, суть вопроса в том, что действительно на водоканале числится 5 легковых автомобилей. 3 из которых находятся на списании. Документы лежат в управлении коммунальной собственности. Давно уже лежат и не могут быть списаны по одной простой причине, что имущество, все водоканал находится в аресте, в налоговом. Поэтому я сдал в аренду собственный автомобиль за 1 гривну в месяц. Ее заправляют, заливают масло, ну, как любой автомобиль. Но содержание этого автомобиля, поскольку он новый, обходится, ну, в общем-то, гораздо дешевле, чем та же «Волга», на которой ездит директор водоканала. Тем не менее, все эти факты были известны и собственнику в лице начальника ЖКХ, заместителя мэра, самому исполняющему обязанности мэра. Это не секрет, эти договора предоставлялись, отчеты по заправке тоже предоставлялись. Никто этим не озаботился, никто этим не видел этого никакого криминала, и даже на наш запрос господину Зонтову был получен ответ, что вы самостоятельная компания, что вы ведете самостоятельно хозрасчеты, принимаете решения. Пожалуйста, в рамках действующего законодательства и законов, которые были в письме приведены, принимайте самостоятельное решение. Ну, мы приняли. Никаких проблем мы не видели, криминала в этом нет. Консультировались с финуправлением КРУ, как раньше называлось. Они тоже говорят, что все нормально, никаких проблем нет. Тем не менее, как только господин Марченко объявил о том, что он будет баллотироваться в мэры, вдруг все озаботились судьбой водоканала. Кто эти вдруг? Это народный депутат Недава Олег Анатольевич. И запрос был от кандидата от нашего края Третьяков. Да, забываю фамилию, Третьяков. Я считаю, что до того, как я не подавал свое заявление на пост городского головы баллотироваться кандидатом, до этого было все спокойно, то есть никого не волновала задолженность по заработной плате, никого не волновало такое удручающее состояние горводоканала. А в данный момент, когда начала динамика появляться, и заработная плата практически выплачена в ноль, и видно динамика, что люди работают, и самый первый признак – это то, что я баллотируюсь на мэра. Поэтому начали давление со стороны властей, со стороны милиции, со стороны прокуратуры, со стороны экологической инспекции, чтобы выбить меня из седла. Ну, я заявляю открыто, что я не прекращаю свою предвыборную кампанию. Как баллотировался, так я и буду баллотироваться. Я думаю, что это не первое на, будет, так говорить, наезды, будут еще, может, посильней, может, будут угрозы, может, будет прессинг. И я сейчас во всеуслышание заявляю, что если со мной что-либо случится или со мной семьей, это только связано с предвыборной кампанией. С вами лично пытались договориться, может быть, предупредить или еще как-то? Нет, покуда не было таких попыток. А насколько обоснованы претензии со стороны правоохранительных органов? С моей стороны, они не обоснованы, все юридически законно, все юридически подписано, то, что они там требуют за статусы и должностные инструкции. И все это будет рассматриваться в суде, если оно действительно дойдет до суда. Обоснований здесь нету никаких. То есть люди работают на законных основаниях. Кому это выгодно? Я думаю, только претендентам, которые боятся, что я их обыграю в предвыборной кампании. Вы можете назвать конкретные фамилии? Ну, это Третьяков. Я думаю, это Третьяков выгодно.